Покойники ничего не чувствуют. Те, кто так думают, просто сами никогда не умирали. Первое, что ты чувствуешь после смерти, тоску, смешанную с болью и страхом. А потом все заглушает ярость и желание отомстить. Ради этого стоит воскреснуть. Учитывая отягчающие обстоятельства, а именно побег обвиняемой с места ДТП, неоказание помощи пострадавшей и сопротивление при задержании, обвинение предлагает Зацепину Любовь Николаевну признать виновной в совершении данного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Соня за Соня. Пора вставать. Ой, больно. Так тебе и надо. Человек может только лег. Между прочим, это покушение на без пяти минут прокурора. Ты не прокурор. Задница. Что? Ну-ка ты... Подъем. Юрка, ты не представляешь, что мне сегодня приснилось. Я как будто бы сделала что-то ужасное, и ты меня судишь. Да ты что? Интересно. И как ты выглядела? Подсудимый Зацепина, я приговариваю вас к лишению свободы. За опоздание. Опа. А который час? Господи! А я о чем? Доброе утро, пап. Доброе утро. Кошмар. Доброе это утро. Какой-то кошмар. Доброе утро. Кошмар — это наши цены, Любаша. Советую не торопиться, все равно не догонишь. Пап, пожалуйста, не начинай. Юр, ты опоздаешь. Не опоздаю, ты меня подвезешь. Ага. Если я тебя подвезу, то опоздаю я. О, выбор. Сын ошибок трудных. Дядь Коль, там опыт. Не поддавайся. Кто-то сегодня выходной и в настроении поиздеваться. Ну что, готов? Поехали. Сейчас. Да поехали, поехали. Все. Все, пап, пока. Шедевры свои забыл? Точно. Все, спасибо. Ну, Любаш. Все, бежим. Не пуха! К черту. Ты зря волнуешься, ты самый лучший. Я знаю, но вдруг... Да никаких вдруг. Ум, честь и совесть — это же про тебя. За это я люблю. Ну, не только за это, конечно. Давай. Извините, что я опоздала. Юра в институт отвозила. О, Зацепина. Это жалко пробовать. Не знаю, я вот за тарты переживаю. А? Ну, попробуем. Тарты, говоришь? Я тебя ненавижу. Правда? Может... Балда, я все забираю.
А на завтра сможешь столько же сделать? Нет, завтра, к сожалению, вообще никак. А, будешь нянчить своего иждивенца? Дядя Паша. Молчу, молчу. Как знаешь. А то махнула бы ко мне на кондитерку, а? Последний раз предлагаю. К сожалению, никак не могу. Папе в пекарне нужна помощь. Потом Юра сегодня сдает последний гос. О. Он скоро получит диплом, выйдет на работу, и я, конечно, пойду в институт. И чему они тебя научат, девочка? Борщи готовить, а? Ай-яй-яй. Ну как же так получается? С талантом и без мозгов, а? Я вас тоже очень сильно люблю, дядя Паша. За деньгами зайди к администратору. Леонидович, у меня приказ. Слушай, мой халдей, с завтрашнего дня ты здесь не работаешь, понял? Такси вам вызвать. Да пошел ты! Да лезь ты. Ну, ё-моё. Чё надо? Вы же не собираетесь ехать, правда? Тебе какая разница? Выходите. Слушай. Выходите, я говорю. Чё ты делаешь? Вставайте, как вам не стыдно? Ты знаешь, кто я? Знаю. А? Дурак. Тебя что, мой отец подослал? Шпионишь за мной, да, Иуда? Я вызову вам такси, назовите адрес. На Худыкину гору. Понятно. Садитесь, садитесь. И что это такое? Похищение? Угу. Доброе утро. Ты кто такая? Дура, наверное. Не, ну это понятно. За меня тебе мой отец ничего не отвалит. Знаешь почему? Потому что я ничтожество. Не переживайте, считайте, я волонтер. А где тачка моя? Ключи у вас в кармане. Ты что, у меня по карманам шарила? Ты у меня за это сядешь. Прошу. Я не пойду туда. Здесь нельзя парковаться. Здрасте. Перепаркуйтесь. Заберите, пожалуйста, ваше сокровище. Вас же Кирилл зовут, правильно? Нет. Кирилла. Ваш? Наш. Извините. Кирилл Леонидович, пойдем. Я не пойду. У меня там не было. Я вам, конечно, очень сочувствую, но мне пора ехать, правда. Возьмите деньги. Да ну что вы. Можешь ей не давать деньги, она волонтер. Да?
Вот из-за таких, как вы, за руль садиться страшно. Вот, господи. Ворота. Пойдем. Пойдем. Проходи. Меня не трогай. Не трогай ты меня. Руку. Извините. Сейчас что, извинился, что ли? Да, извинялся. Сейчас за меня извинялся? За тебя. Ты уволен, понял? Понял. Понял. Ты же 5 лет был самым лучшим. Надо подавать на апелляцию. Любаш, пойми, нет смысла. Нет смысла сопротивляться судьбе. Потому что завтра лучший выпускник и младший помощник прокурора выходит на работу. Ну ты да. Тихо, тихо, тихо. Это уже нападение на слугу государства. Я это сделал. Я знала. Ты будешь великим человеком. Юрий Броницкий. Это надо отпраздновать. Давайте я помогу. Да. Благодарю. Все. Шампанское давай. А-а-а. Отставить потоп! Красавец! Когда же вы успели-то, партизаны? Да это не мы, это твой ангел-хранитель. Благослови тебя Бог, деточка. Ну что, остынете? Давай, садись, прокурор. Хотя кто теперь тебя посадит, а? Давай, мать. Хочу поднять свой бокал за любовь. Вот за эту самую любовь, которая 5 лет назад приходила к Юрке делать уроки. Мы, конечно, подозревали, что это могли быть за уроки. Так, папа. Так, тихо. Да, за эту любовь, которая стала как броня самой твердой закалки. Ну, понеслась. Мать, тихо. За Любу. Да, за ее терпение. За помощь, за жертву. Пап, давай пить. За жертву. Что бы ты без Любки делал бы, а? В офисе бумаги бы ксерил бы свой. Алексей, ладно. Садись. А мы не олигархи, не получилось, не вышло. Ну и что, вот у Любочки вышло все. Такого нам парня выучила. Прокурора. Так что за тебя, Люба. О, какая. Сорвас. Я за рулем. Юра! Я не буду. О. А что, прокуроры водку не пьют, что ли? Что ты к нему пристал? У нас сегодня с Любой отдельная программа. Ты, Юра, свою мечту не забывай. Раздави ты эту гидру коррупционную, как Георгий Победоносец. Понял? И за правду борись, не жалея живота своего.
Прости, он всегда такой. Никак не привыкну. Устала? Давай бежим. Обидится. Ой, да ладно, переживут как-нибудь. Я уже не могу, сейчас переоденусь. Что? Знаешь, кто ты? Зайка, помогай-ка. Что мне было делать? Бросить его. После него в машине такой амбре. Юра, если бы я его бросила, то он бы сел в машину и уехал, и обязательно кого-нибудь сбил. И что? Мне кажется, это его проблема. Как ты можешь так говорить? Ладно, все, проехали. Но это очень в твоем стиле. Тебя это раздражает? Я просто хочу, чтобы в будущем все было по-другому. Ты боишься, что я тебя скомпрометирую? Что за глупость? Давай, выпьем за нашу новую жизнь. Чем плачешь? Жены прокурора не плачут. Почему? Не положено. Ух ты! Дождь, мы тебя не боимся! Промокнешь. А знаешь что? Я ни разу в жизни не целовался под дождем. Ты серьезно? Да. А ты? Конечно. Так, а с кем это интересно? Дурачок. Ах, ну держись, а! Поехали к тебе. Поехали. Надо найти такси. Зачем такси? У нас машина. Мы же выпили. Сколько мы выпили? Бокал вина? Это глупости. Давай ключи. Я за рулем. Почему ты? Потому что я так сказал. Привыкай. Ой. Вот теперь все правильно. Так, как и должно быть. Я за рулем. А ты мой штурман. Не знала, что ты этот вот так страдал. Конечно. Я же не Альфонс какой-нибудь. Увольте. Я пойду работать, а ты будешь учиться. Первое время у твоего старика поживем. Ну, у меня сама видела, какая ситуация. Потом я заработаю, и мы возьмем квартиру в кредит. Однушку. Потом еще заработаю, поменяем на двушку, чтобы у ребенка была своя комната. У ребенка? Да. А ты что, против? Не спеши. Я думаю, будет мальчик. Юрий II.
Ну, впрочем, если девочка тоже хорошо. Купим ребенку собаку, белого лабрадора. Назовем его Макс. Ты сумасшедший, ты об этом знал? А ты думала, мужчины об этом не думают? Думала, нет. Напрасно. Я свою жизнь уже в 7 классе спланировал. Ты все предусмотрел? Конечно. Кроме того, что у тебя дворники заедают. Но это мы поправим. Давай переждем. Ерунда. Сколько тут осталось? Урод! Что это было? Не знаю. Собака, наверное. Господи. Все, поехали. Что делаешь? А что я делаю? Зачем ты уехал? Зачем, Юра, ты уехал? Не ори! Что ты предлагаешь? Ну как что? Ты же слышал, что-то случилось. Надо вернуться и помочь. Кому? Собаке? А если это не собака? Это собака! Остановись на машину! Пусти, дура! Разверни машину. Это бред. Я не собираюсь туда возвращаться. Эта шавка либо сдохла, либо уже убежала. А если нет? Бред! Я найду этого водилу, я его засажу до конца его дней. Мы чуть не погибли. Юра, любимый, я тебя очень прошу. Давай вернемся, поможем. Надо убедиться, пожалуйста. Вот здесь был крузовик. Вот это место, все, я остановлюсь. Сиди, я сам. Собака. Убежала, только вмятину оставила. И все. И все. Поехали. Прости меня, пожалуйста. Останешься? Нет. Я стою, поеду, пускай там пошаманят с машиной. А то отец тебе выскажет. Отец выскажет. Неважно. Я виноват, я исправлю. Ha 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 ha!
Доброе утро. Что-то ты ни свет, ни заря. Так захотелось. О, подходит. Кофейку? Можно. Что-нибудь случилось? Ерунда. С Юркой поругались. Папа, ты когда понял, что хочешь на маме жениться? Когда? Когда понял, что мы из одного теста. Ну и правильно. Ты недоволен? Да я-то что? Не мне замуж выходить. Хороший он парень. Ничего не могу сказать. Только, как бы тебе сказать, бисквитный он какой-то. Что это значит? Вот его родители из слоеного теста. Ты и я из песочного. Мама твоя тоже была. Он ведет себя как бисквит, понимаешь? Как это? Какой на самом деле? Вот вопрос. А ты как думаешь? Я не знаю. Я его не готовил, не запекал и не пробовал. А я попробую. О, родственник, видишь, с караваем тебя встречаю. Пойдем ватрушкой угощу. Дядь Коль, первый день на работе, не могу опаздывать. Вот, Любе передайте. За свою жизнь. Как нам сказали в полиции, пострадавшую обнаружили и отправили в больницу только под утро. Водитель, сбивший девушку на тротуаре, скрылся с места происшествия. Полиция просит откликнуться возможных очевидцев. Только багет, Машенька? Да. А может быть, ватрушку, Вань, а? Еще горяченькая. Держи. Спасибо. До свидания. Спасибо. Пойдем, Вань. Филипповна, ваш любимый с изюмом. А это заведение. Оля, не выдумывай. Берите, берите, Филипповна. Спасибо. Сегодня у нас юбилей. Я тут стояла. А мне, пожалуйста, невестушку. Так, чтобы свежее. Знаете, закончилось. О!
Ну, здравствуйте, сват. Да. Это все-таки произошло. Ну и слава богу. Я уже извелась вся. Мамочка, что я могу ей предложить, что могу предложить? То ли дело теперь прокурор. Ну, дай бог, дай бог. Да, я, поверите ли, сразу знала, чем все кончится. Как только увидела Любушку у нас в доме первый раз, сразу все поняла. Завидую вашей интуиции. Ну, а когда она так ему помогла и учебу свою забросила, и... Извините. Да ничего, ничего. Да. Пожалуйста. Простите. Вы что-то хотели, милая? Обнять свата? Что же еще? Новая Бука, Николай Иванович. Ну, ничего, ничего. Сейчас дочку замуж выдадим, потом мы за вас возьмемся. Вы знаете, у меня есть такая женщина, замечательная, знакомая. Милая Ивановна, ну, извините, у меня очередь. Да, да, конечно, такая женщина, вы себе не представляете. Милая Ивановна, все, извините. Я молчу. Ну, раз я здесь оказалась, пожалуйста, багету вашего знаменитого. Так. Прошу. Спасибо. Вот. Не надо, не надо. Нет, ну... Нет, да, да. Ну что вы? Не надо. Это... Нет, ну это уже лишнее. Нет, ну, нет, 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 нет. Возьми. Спасибо. Самые вкусные багеты в городе, правда. Спасибо, спасибо. Что вам? Ватрушка? Вашей фамилии нет. Это какая-то ошибка. Посмотрите еще раз. Броницкий. Не подавали. Артем Владимирович. А, молодое дарование. Что, не пускает? В списках не значусь. Ты раздолбай. Вадим, запиши. Благодарю. Почему не в форме? Так не заслужил пока. Вот это правильно. Молодец. Скромняга. Вы, главное, не волнуйтесь. Апелляцию подали. В своем уме. Люба, я же тебе говорил, мы все проверили. Нет, это не мы. Мы не могли никого сбить. Просто езжай домой и поспи, да? Не надо ко мне приезжать. Не надо, я очень занят, слышишь? Все, я не могу говорить. У меня важный разговор. Все, все, все. Как я все это объясню? Ты понимаешь, что это несерьезно? Люба, вернись. Простите. Ты меня подводишь. Нехорошо. Я знаю. Я уже заявил эти десерты в сезонное меню. Обещал клиентам, договорился с хозяином. Дядя Паша... Кончился, дядя Паша, кончился. Я твоей маме очень обязан. Мы вместе когда-то начинали. Вместе поднимали ресторан. Я радовался за тебя, как она бы радовалась.
А ты? Что случилось? Не знаю. Все из рук валится. К нам фея пирогов не прилетает. Детский сад. Если я в институт не пойду, возьмете? Морочишь мне голову. Завтра приходи. Только без опозданий. Здравия желаю, младший лейтенант Бычков. Это ваша машина? Моя. Разрешите ваши документы. Я что-то нарушила? Просто плановая проверка. Машина не числилась в угоне? Нет. И все-таки, можно ваши документы? Права и техпаспорт. Зацепина Любовь Николаевна. Откройте, пожалуйста, капот. Зачем? Ну, если вам не трудно. Только из ремонта? Да. Вчера крыло помяло. А сегодня уже отбили и покрасили. Спешили куда-то? На что вы намекаете? Машиной еще кто-то пользуется или только вы? Только я. Я так понимаю, что вы вчера крыло помяли. А не подскажете, где? Там лил сильный дождь. Грузовик выехал на встречную. Надо же. А обо что помяли? Послушайте, я никого не сбивала. Серьезно, там никого не было. Где? На остановке. Откуда вы знаете? Вы из машины выходили? Любовь Николаевна, покажите, пожалуйста, ваши руки. Что? Любовь Николаевна, вы задержаны по подозрению в наезде на гражданку Белову, что повлекло за собой тяжелые телесные повреждения. Подождите, там же не было никого. Серьезно, я никого не видел. Там была собака. В отделении разберемся. Люба. Машину перекрасила. Тварь, а? Стой! Постой! Стой! Коля! Да погоди ты! Любу арестовали. Дядь Коль, что случилось? Юра, на меня смотри. Смотри мне в глаза, Юра. В чем дело? Если это ты... Я тебя своими руками под землю зарою. Объясните, что случилось? Люба, в следственном изоляторе арестовали Любу. Арестовали.
За что? Это ты мне скажи. За что? Говорят, она человека сбила. Это какой-то бред. Ошибка. Ужасная ошибка. Исправь ее. Ты же можешь, ты же прокурор. Спаси, сынок. Сюда. Раздевайся. Зачем? Идиотка, Кать. Не надо. Я сама. Быстрее! Чего? Оценок? Ладно, это полностью. Это ошибка. Я ничего не виновата. Это не ко мне. Можно мне позвонить? Чего? Я имею право на звонок. Кино насмотрелась. Быстрее. Сифилис, туберкулез. Понятно. Жалобы есть? Мне не дают позвонить. Жалоб нет. Извините, у вас есть телефон? Вы можете дать мне позвонить? На одну минуту! Стоять! Лицом к стене! Отойди от двери! Как ты? А,
Слушай, ты говорил, у тебя есть концы в Ментуре. Можешь ждать. Объясню, потом объясню. И у меня. И у меня есть тоже концы в Ментуре. Рассказывай. Можно мне позвонить? Господи. Я сплю. Дурак ты, студент. Стоящих делом захотелось. Так не бывает, раз-два и в дамки. Не там ищешь. Виноват не буду. А надоело бумажку перекладывать? Давай ко мне. Загружу работой, мало не покажется. А потом скажут, подлизы. Кто? Эти бездари, которых папики засунули в структуры? Я тоже таким был. Голый, босый, но нахальный. Что потупился, как девица? Вижу, можешь. Вижу. Садись, подвезу. Я, наверное, сам. Садись, воображал. На выход. Разобрались, наконец. На допросе разберусь. Руки за спину. Это ошибка. Фатальная, Любовь Николаевна. Я этого не делала. Правда? Конечно. Черт. Как-то неудобно. В таком случае, простите. Вы все выяснили? Я могу идти? Ну, конечно. Это нравится, да? Так все, хватит. Рассказывайте. Что? Как ехали, как сбили. Как уехали дальше, оставив девушку умирать в луже крови. Я думаю, в такой последовательности. Я никого не сбивала. Я вот смотрю на вас и все понять не могу. Как вы вообще живете? Что у вас там вместо совести? Час назад эта девушка скончалась. Она была беременна. Ну, я жду. Я ничего не делала. А кто? Кто? Я не буду говорить без адвоката. Адвокат тебе не поможет. Пассажир твой во всем признался. Что?
Давай. Чистосердечное. Оно всегда лучше. А иначе придется мотать на полную катушку. Ты же умная, знаешь. Ну же. Давай. Ну. Ну! Я не буду говорить без адвоката. Конвой! Я требую один звонок! Вы не имеете права! Зацепина к адвокату. Руки за спину. Как же это? Я не знаю. Я никого не видел. Но ведь это были мы. Там никого не было. Когда я вернулся, там никого не было, клянусь. Следователь мне сказал. Следователь? Он уже приходил? Он мне сказал, ты дал показания. Ты ему что-то сказала? Нет. А ты? Я ничего. Это блеф. Я знала, что ты не мог. Господи, Юрочка, почему мы не оставили машину? Почему мы не взяли такси? Я же знала, я чувствовала, что это была не собака. И теперь она умерла. И она была беременна. Боже мой, Юра, мы убили двоих. Лучше бы нас сбил этот грузовик. И что теперь? Что? Ничего, Любаш. Завтра я скажу, как все было на самом деле. А тебя отпустят. Ты же не виноват. Она сама выскочила на дорогу. Только не для закона. А как же твоя работа? Твоя карьера и наши планы? У нас нет больше будущего, Любаш. Юрочка, ну можно же что-то придумать. Слишком поздно. Нет. 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 Юра, ты этого не сделаешь. Что ты такое говоришь? Ты никуда не пойдешь. И никому ничего не скажешь. Ты с ума сошла? Либо о чем ты? Все очень просто. Тебе сюда нельзя. Иначе вся наша жизнь, наши планы, твоя карьера. Меня в пекарне можно заменить. Я все выдержу. Я выдержу. Ты будешь работать. И потом, когда я выйду, мы тихонечко поженимся, и все будет как прежде. Но им же все равно, кто из нас ответит. А для нас так будет лучше. Люба, за кого ты меня принимаешь? Подожди, это же наше общее дело. Это наша семья. И для семьи так будет лучше, ты подумай. Люба, за рулем был я. Нет, тебе показалось. За рулем была я. Нет, ты этого не сделаешь. Завтра я дам показания. Не смей. Мы закончили. Вы записали? За рулем была я. На выход.
Фу, что-то кладбищем понесло. А я думаю, от кого это? Отдай, вот! Ты чё, смелая? Нехорошо это бить, товарищ. Штрафной! О, так это же родители нашего дружи, не трогай! А то что? Ух ты! Вы посмотрите, какие родители! Хочешь? Возьми. Ах ты, дрянь. Я вас предупреждал? Броницкий, пусти! Не на ринге! Больно же! Отпусти ее. О, Юрочка вернулся. Все медальки выиграл. Васька, пусти! Пошли, а? Кайфоломщик. Еще раз. Ты новенькая? За что они? А чего все в черном? Водка? Мама умерла месяц назад. Прости. Они больше не будут. А ты не боишься? Один против всех. Так они свора. Вожака присадишь, остальные разбегутся. Лил жуткий дождь. На повороте после переезда на встречную полосу выскочил грузовик. Я начала тормозить. Но на мокром шоссе меня понесло. Мне пришлось резко уйти вправо, заехав на тротуар. Дальше я услышала какой-то удар. Остановилась. Постояла 2 минуты. Мне показалось, что я задела бордюр. И поехала дальше. Это все. Лихо и складно. Молодец. Я вас удовлетворила? Почти. Так кто на самом деле сидел за рулем? За рулем была я. Правдоподобно. Только я не верю. А зачем мне врать? Действительно. И мне это жутко интересно. Зачем? Мама! Я же просил! Где ты был всю ночь? Юра, посмотри на меня. Мама, не начинай. Стой! Юра! Это правда? Да, мама, я правда опаздываю. Мне позвонил ее отец. Юра, если это правда, посмотри на меня. Если это правда, и она действительно это сделала. Не лезь. Мама, ты ни черта не знаешь. Я сказала, не лезь. Не подставляй себя. Вы уже не школьники. Хватит играть в Робин Гуда. Это не твое дело, мама. Это жизнь. Здесь все по-другому. Да, она вела себя странно. Она не спала всю ночь. Ну, она не могла. Ну, просто не могла. Ёжика как-то раздавила. Так она 2 дня рыдала. Потом к ветеринару его возила. Хоронила как... А между тем она утверждает однозначно.
Я могу ее увидеть. Она мне все расскажет. После перевода в СИЗО. А что, Николай Иванович, у вашей дочери есть причина, о которой она может на себя наговаривать? Не представляю. Вы подумайте, подумайте. Можно? А, заходи, заходи, заходи. Ну, поздравляю. С почином. Какая-то ошибка. Здесь нет никакой ошибки. Бери, бери. Дело не бей лежачего. Я не могу. Артем Владимирович предлагает передать это дело другому прокурору. Какого черта? Понимаете? Не понимаю. Будь любезен, объясни. Не ты ли сам меня вчера просил дать тебе настоящее дело? Да, но только не это. Ах, извини. Не угодили. Артем Владимирович, я не могу взяться за это дело. Поймите, я должен сам... Ты сам. А ты знаешь, кто ты такой? Ты наш эксперимент между прокуратурой и институтом в рамках новых демократических веяний. Лучший выпускник получает должность и мое прямое содействие. Но это не значит, что он должен выбирать себе дело. Понял? Понял. Взял дело. Кругом. Шел вон. Ты назван, воплотился. Ногой дрожишь на ледяном ветру, изранен, нервен, в кулаки и ладони. Не бойся, нас теперь никто не тронет. Нас целых двое, против них одних. Да ладно. Тихо. Назад. Вы сожалеете о содеянном? Любовь Закрепина, почему вы скрылись с места преступления? Вы планировали убийство? Назадите. Скажите хотя бы два слова. Дайте. Сколько вы выпили перед тем, как сесть за руль? Вы хотите сделать заявление для прессы? Ну хотя бы скажите. Ответьте хоть на один вопрос. Вы знали, что она беременна? Ваш адвокат. Мой адвокат? Вы не волнуйтесь, меня буквально час назад наняли. Кто? Ваш отец. Это заседание суда по определению вам меры пресечения. Судья должна решить, необходимо ли ваше заключение под стражу на период следствия.
Какого следствия? Я же во всем призналась. Я в курсе. Такой порядок. И я буду ходатайствовать, чтобы вас выпустили под залог. Это возможно? Шансы есть. Прокурор намекнул, что будет задействовать. Так что нам повезло. А мой отец, он здесь? Так вон же он. Встать! Суд идет! Требую придерживаться порядка и не нарушать тишину в зале заседания. Что ж ты делаешь, Любашенька? Я так решила. Я люблю его. Ты любишь его, а меня? Папа, это ненадолго. Потом я тоже виновата. Я была там с ним. Я его пустила за руль. Я не дам ему. Я все сделаю, чтобы тебя вытащить. Я не откажусь от признания. Тебе никто не поверит. Ты сломаешь себе жизнь. Это моя жизнь, папа. Я люблю тебя. Подумай. Уголовная и административная ответственность не привлекалась. Несудимая, хроническими заболеваниями не страдает, на учете у нарколога или психиатра не состоит. Бедные, не могут пережить. Завидуют? Думаешь? А по-твоему, дураки, когда вырастают, они умнеют? И что же будем делать? Ну, держаться вместе, быть начеку. А если появится на горизонте какой-нибудь дурак, предупреждать друг друга тайным знаком. Вот так? Да. Пускай он означает «не бойся, я всегда с тобой». Не бойся, я знаю. Зацепина. Зацепина, я к вам обращаюсь. Вам смешно? Нет, простите. Это нервное. Продолжайте. Таким образом, у следствия имеются основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемая может препятствовать производству по делу, предпринять попытку побегу. Возражаю. Нет оснований. Обвиняемая во всем призналась и оказывает полную поддержку следствию. Что скажет обвинение? Считаю, что оснований... Прошу прощения, минуту. Прошу поддержать заключение под стражу. Она не в себе. Сбежала с места преступления. Оказала сопротивление при аресте. И такое ощущение, что она кое-кого выгораживает. Я вас понял. Обвинение. Принимаю во внимание доводы следствия. Обвинение требует... требует заключения под стражу. Зацепина. Зацепина. Встаньте. Я сам ничего не понял. Еще до появления полиции она была как ударенная, на себя не похожа. С
сказала, что пойдет ко мне работать. К тебе? Да. Я не мог ей не предлагать. Такие десерты никто не умеет делать, только она. Ну, еще Лида. Ну, хватит, ну сколько можно? Да не дури ты! Я тебе не соперник. Когда-то она выбрала тебя, и я отошел в сторону. Но запретить любить вашу дочь ты мне не можешь, извини. К тому же у меня и шкурный интерес, да? Я хочу, чтобы в моем ресторане работал гениальный кондитер. Как она? Она не могла этого сделать, Паш. Знаю, Коля. Конечно. Люба не могла. Чем помочь? Я не знаю. Я думал, может, у тебя там кто-нибудь есть. Ты шутишь. Ту-ту-ту. Бог миловал. Извини. Но у меня действительно там никого нет. Послушай. А Юрка-то что же? Коля! Коля! Я вас уверяю, она вроде как партизан. Стреляйте в грудь. А почему? Потому что верит, фанатичка. Верит и прикрывает. Вопрос кого? Есть версия. Отца. Подругу, жениха, кого-то из близких. С отцом уже говорили? А что отец? Отец себе на уме. Что-то знает, но молчит. Пока молчит. Подвезти? Нет, спасибо, я на маршрутке. Прокурор на маршрутке? Ну, ничего, скоро обзаведешься. Можно побыстрее? Извините. Кошмар. Я слушаю. Пирожное с кремом, карамелью. Пирожного нет. И пока не будет. Ну вот, и зачем мы стояли? Извините. Как? Я очень плохо себя чувствую. Я так и знала. Все, пойдем отсюда. А Люба на что? На сна. Не выпустили? Нет. Ты же обещал, помнишь? Там следователь принципиальный. Если надавить, что-то заподозрит. А чего ты боишься? Поймите правильно. Чего ты боишься, Юрка? Что все узнают? Что узнает? То, что знает она и знаю я. Я не понимаю, о чем вы. А я ведь знал. Я ведь чувствовал, кто ты. Послушайте, я делаю все возможное. Слушай меня. Я долго молчал, когда она писала за тебя сочинение, когда делала домашку. Когда оплатила твою учебу, бросила институт, чтобы тебя прокормить, здоровенную детину. Когда вы здесь стали жить, Бог с ним. Но теперь я молчать не буду. Это не я. Дядь Коля, это не я, она сама. Она сама так решила. Конечно. Конечно. Так удобнее, да? Вы никогда меня не любили, да? Ты же зараза, которую Люба подхватила после смерти Лиды. Она же отдала все ради тебя. А теперь отдает жизнь? Вам бы книги писать. Чего вы хотите? Вы хотите, чтобы я вам дал сдачи, да? Нет, этого не будет. Не дождетесь. Конечно. Конечно, настоящий мужик дал бы, а ты нет.
Чего вы добиваетесь? Завтра же ты пойдешь к следователю и расскажешь все, как было. Или что? Иначе я сам пойду. Хорошо. Хорошо, я пойду и я расскажу, но поверьте, Люба вам этого никогда не простит. Никогда. Ничего. Пусть хоть проклянет меня. Но на свободе. Стоять! Лицом к стене. Вперед! Проходим! Извините, мы уже закрыли. Ничего. Так даже лучше. Вы ко мне? Если вы зацепин, Николай Григорьевич, тогда к вам. Хотите сделать заказ? А что вы можете предложить? Домашний хлеб, выпечку, десерты под заказ. Хороший хлеб. Что вам нужно? Я хочу посмотреть на человека, который печет такой хороший хлеб и который воспитал такую дрянную дочь. Вы? Я мама Даши. Даша? Даши, которую ваша дочь сбила, оставила умирать на дороге. Господи. Сегодня ее похоронили. Зарыли и ушли. Теперь она там одна. Нет, вдвоем. С моим мертвым внуком, которого она носила. Или внучкой. А у вас какие новости? Мне очень жаль. Но поверьте, моя дочь этого не делала. То есть Вы уже ее откупили. Быстро. Сядьте, пожалуйста. Нет, это твоя дочь сядет. Я сделаю так, что она никогда, слышишь, никогда не вернется. Я клянусь, моя дочь этого не делала. Да будь. Повеселила, милая.
Фильмов, что ли, насмотрелась? Проходи. Ох и жестокая ты, Эльмирка, ох и страшная. Да в кино все врут. Баба они, кругом баба. Первоходка? Наверное. Дай ручку погадаю. Всю правду скажу. Не надо. Правды не надо? Так все равно ж навру. Бацилла есть? Зага. Дай человеку выдохнуть. Что? Бациллы? Цигарки. Нет. Так свободно. А мне куда? А шконок свободных нету. Как звать-то? Люба. Ох, ну надо же, а. Любовь. Вот тебя-то нам и не хватало. Располагайся. Никаких прогнозов я вам дать не могу. И радостных перспектив, к сожалению, я тоже здесь не вижу. Он очень долго пролежал без помощи. Доктор, ему же можно как-то помочь? Если что-то надо, вы просто скажите. Я достану. Я верю. Но только никакие связи здесь не помогут. Единственное, что надо, это сила воли и желание жить. Вот молодец, умница. Вот так вот хорошо. О, смотри, сына пришел. Какой красавец, а? Все будет хорошо. Ну, не жалуйся, не жалуйся. Ой, все ему не так. А ты посиди с ним, поговори. Инсультники, они как собаки. Они все понимают, только не разговаривают. Дядь Коля, как же это так? Я вас не понимаю. Все будет хорошо, я вас не оставлю. Я сделаю все возможное. Слышите? Только, Любочка, как же ей сказать-то? Я понимаю, вы меня ненавидите. Я сам себя ненавижу. Спать по ночам не могу. Но я приложу все усилия. Я сделаю все возможное, чтобы этот кошмар как можно скорее закончился. А за решеткой? Ну какой от меня толк? Ура! Юра, перестань, балбес! Ас есть бог солнца! Юра! Ну, дурак! Спускайся на землю, бог. Экзамены сами себя не сдадут. Заучка ты, Любка. Ты что, передумал готовиться к экзаменам? Ну, конечно, с тобой передумаешь. Тогда слушай. Криминалистика. Какие существуют виды следственного осмотра по объекту? Только все назови. Легко. Осмотр места преступления. Наружный осмотр трупа. Осмотр предметов, документов, животных, транспортных средств, помещений и участков территории.
освидетельствовании. Что? А что? Пусти. Вам избрана мера пресечения в виде ареста. Ешь, глупая. Второе совсем плохое. Я не могу. Дай. Вася, имей совесть. А ты не щелкай, Шамаль. Не хочешь вон как это. А что с ней? Да дурась. Третью неделю уже ничего не ждет. Угу. К вознесению он готовится. Почему? Да кто ее знает? Грехи замаливает. Ешь. Здесь силы нужны. Вот сюда я ее закину. Я не понимаю, почему вас так это беспокоит? Дело же ясное, кажется. Ну не могу я, ну не верю я ей. Понимаете, не верю. Вот такие, как она, идут за кого-то, берут всю вину на себя. Сидят. А несут так гордо, как крест, великие мученицы. Знаете, сколько таких сидит за того парня? Какого парня? Вот я и хочу выяснить, за какого парня. Отец был хорошей зацепкой. А толк тебе с него? Ты хочешь отец? Отец нет. Не может. Он бы вышел. Он не из этих. Откуда вышел? Из машин. С камер видеонаблюдения видно, как машина сбивает ее. Останавливается. Потом едет дальше. Надо же. Что, есть камера? Конечно. В кафешке напротив. Два раза обворовывали, они поставили внутреннюю и внешнюю. Запись уже взяли? Обижаете? Иначе на каких бы основаниях? Очень хорошо. Я бы хотел знакомиться. Конечно, передам вам материалы. Вот только хочу еще раз пересмотреть. Вдруг найду какую-нибудь зацепку. Чашки принеси. Воля. Что? Что ты делаешь? Ой. Ой.
знать? Это имя знаменитой цыганки, три буквы. Что еще за знаменитая цыганка? Вот не очень. Аза. Точно. Стежок. Обратно идем. Смотри, гладью вышивать – это одно, а крестик – другое. Я сплю. Это только сон. Я Лариса. Здесь Мокрицей зовут. Мокрицей? Обжилась, то давай помогу. Почему они все по парам? Семейничают? Не, не то подумала. Дружим просто. Продуктами делимся, за жизнь говорим. Вроде как семья. А за что они тут? Это часто мне подсадное? Ладно. Знаешь, мало ли, всякое бывает. Зараза, Глория, за распространение. Щепка, сектантка, за мошенничество. Деньги вымдуривала для секты своей. Мелкую так на краже взяли. Эльмира, главбух, за мошенничество. Шеф подставил. Заг, понятно. Аферизм, вымогательство. Громила. Батю замочила. Как? Смертным боем бил ее, вот и не стерпела. Кошмар. Алибаба, именно уж не знаю за что, ни Вельмес не понимает. Булка, сиделка, старичков квартиры отжимала, да на тот свет их спроваживала. А ты? А ты? Я человек убила, сбила, случайно. Вот и я. Ну что, будем сменничать? А ну, вали отсюда. Эту близко не подпускаю. Зацепина, на выход. Смотрите, прихорашивается, любуется собой. Но ведь это чисто по-женски, разве нет? Нет. Она спокойная, хладнокровная. Нет чувства вины. У нее какая-то миссия, понимаете? Ничего. Сейчас увидите, мы ее расколем. Постойте. Вы говорили, что есть какое-то видео. Да-да, завтра. Я искал водителя. Фура, которая выехала на встречку. И что нашли? Транзитник. Уже за границей. Ну, думаю, еще посмотреть. Может, до происшествия или после что-то. Какой-то свидетель случайный. Должна быть какая-то зацепка, я чувствую, понимаете? Ну что, пойдем к нашей красавице. Узнаем, кого она прикрывает. Что такое зацепина? Передумала наконец? С чего вы взяли? С вашим прокурором, Юрием Алексеевичем. Вы знакомы? Нет. А, да, да, на суде. Он здесь сегодня не просто так. Ваш обман скрылся. Он признался. Да что вы. А кто он-то? А вот мы и хотим
чтобы вы сами назвали. Хорошо, я скажу. Вот и умница. Только вы мне должны немного помочь. Назовите имя. На кого я должна сказать? Что? Ну, вы же на него хотите все это повесить. А все, хватит. Юра, тихо. Он же ничего не знает. Не думаю. Но вы поймите, если вы хотите сократить свой срок, надо дать чистосердечное признание. Он точно скоро все узнает. Хорошо, я поговорю с вашим адвокатом. Как папа? Я свяжусь с адвокатом, и все будет хорошо. Я люблю тебя. Ничего не бойся. Вы не выдумываете. Нечего бояться. Знаю, как здесь первую ночь выйти хочется. Что такое? Тихо, ты же наглечка хорошая, послушная. Нет! Зака! Ты что, сдурела? Не надо. Я не хочу, чтобы ты из-за меня. Что у вас тут, поминки? Типун тебе на язык. Что-то мне на душе неспокойно. Ты часом, не дай бог, взятку не взял? Гляди, я тебя породил, я тебя убью. Слушай, друг, а не будет крокодилов завестись? Заглух. Извини, спешу. Какого черта? Я же сказал. Я от Ивана. Какого Ивана? Ну, по поводу того дела. Но он сказал передать. Стой! Стой! Внутренняя безопасность. Ребята, берем. Става! Thank you.
Вот так. Супчик. Супчик с курочкой. Ну, не спорьте. Николай, это бесполезно. Ложечку за Любочку. Вот так. За Юрочку. Ну, мы же с вами практически родня. Николай, мы же так во многим были обязаны. А теперь, видите, вас не оставили в беде. Юрочка вон всю голову иссушил. Думает, как Любе помочь. Диплом же с отличием все-таки. Любочку жалко. И люди всякое такое поговаривают. Нет, я не верю, конечно, что вы. Чтобы она и убийца. Но машина-то ее. Ничего-ничего, следствие разберется, да? Бедный мальчик. Первое дело. Надо ж такое, да? Я уже и плакала, и просила, и уговаривала его. Говорю, ну брось ты это, брось уже. А он нет. Сам, говорит, буду вести, и все. Что? Нет? Хорошо, хорошо, все, не буду. Не буду, не буду, не буду. Юра, благородный человек. Он все по совести рассудит. Мы же его так воспитывали. Можно сказать, прививали. Он не может отступиться. Ну, принципы – это хорошо, но из-за них жизнь покалечить. Юрия, трудно придется. Вы согласны со мной? Что? А, вы встать хотите, да? А доктор вам разрешал? А? А вы что делаете? Вообще, вам не стыдно? Я к вам пришла с супчиком, с котлетками. Сумасшедший. Понятно. Ничего себе семейка. Свалились на нашу голову. Слышь, Зацапа, кому дорожку ты перешла? Не знаешь? А ты подумай. Мокрица не просто так полезла. Подсадная она, крыса. Да кому я тут мешать могу? Ты человека убила. У нас, у ромов, за такое мстят.
Зацепина. На выход. Я не домыла еще. На воле домоешь. Сознался? А как же мы? Тихо. Тебя выпустили под залог. Я подумала. Я понял. Но ты права. Там я нам не помогу. Садись. Подожди. А как же меня выпустили? Это только на сутки. Есть одна лазейка, если по болезни. Ты такая умница. А кто болен? Прости меня, пожалуйста. Прости меня. Господи, я же не думала, не знала, что... Мы тебя вылечим. Мы тебя вылечим. Я найду самых лучших. Юра. Юра найдет. Папа, ну не надо, ну что ты же знаешь, что он здесь ни при чем. Это я сама так решила. Ну что ты как маленький. Папа, все будет хорошо. Все будет хорошо. Юра говорит, что может удастся устроить условную. Ну, даже если нет. Вы меня дождетесь, я вернусь, и все будет как раньше. Да, Юра? Ему нужна сиделка. Конечно. И дом. Дом он поправится. Я все сделаю. Господи, мне все время кажется, что это сон, и я сейчас проснусь. А следователь, ты не боишься, что он узнает? Уже нет. Его отстранили. Он сам теперь под следствием. За что? На взятки попался. И что, он теперь сядет? Видимо, да. Нам, конечно, фантастически везет. Боже мой, сейчас на секунду обрадовалась. Это ужасно. Я никому не пожелаю туда попасть. Боже, блядь. Давай. А ты? Ничего, я себе еще приготовлю. Господи, какая же я сволочь. Перестань. Я сама так решила. Ради нашей семьи. И хватит уже об этом.
Тихо, тихо, сейчас задушу. Надышаться хочу. Напитаться. Чтобы там со мной не эти запахи. Ты даже себе не представляешь, как они там живут. Годами ждут судов. Кто по глупости, кто под горячую руку. Но вопреки всему, они хорошие. Да я ничего, у меня же есть ты. А у них вообще никого нет. Представляешь? А ты не думай о них. Я скоро все это решу. Ну, расскажи, что тебе туда привезти? Нормальной человеческой еды. Нет, я уже понял. А еще чего? Вещи я соберу. Телефон все равно не разрешат. И тебе. Обиделся? Нет, просто устал. От меня? От безразмерности своего долга. Перестань. Да пойми ты. Я живу как на счетчике. И с каждым днем должен все больше и больше. Я дышать не могу, я жить так не могу, понимаешь? Дурачок. Я еще к отцу схожу. Сама. Возвращаться. Ну, не надо так. Ты даже не представляешь себе, как там тяжело. А еще когда ты тут, посмотри на меня. Не простишь? Тогда ты знаешь, кто. Самый настоящий эгоист. Тебе на меня наплевать, себя жалеешь. Носила бы сейчас тебе супчики, ему передачки, рыдала бы в подушку, зато была бы рядом, да? Булочки бы пекла. Папа, я хочу принимать решения в своей жизни сама, понимаешь? Ну, что со мной будет? Ты сам говорил, не сахарная, не растаю. Зато я все спасу. Я без него не могу, понимаешь? Так же, как ты без мамы. Поэтому ты должен меня понять. Папа.
Теперь мне ничего не страшно. Все у нас будет хорошо. Тебе нехорошо? Что ж такое? Нет. А видели его? Ездят, как хотят. Просто слов не прошу. Представляешь, меня чуть машина не сбила еще по секунду, и все. Я подумала, может, это расплата за то, что мы сделали. Может, кто-то хотел меня сбить. Ладно тебе. Не выдумывай. В тюрьме сказали, за это могут мстить. Нашла кого слушать. Тоже мне подружки. Прости меня. Посмотри на меня. Не обижайся на меня никогда. Слышишь, я всегда на твоей стороне, что бы ни случилось. Правда, пора. Ты только помни об этом. Я помню. Прошу. Ну, наконец-то. А как там? Там хорошо. Господи, я никогда не думала, как же там хорошо. Ну, все. Хватит ныть. Долетай. Я жду, Юрий Алексеевич. Обвиняемый отец умирает в больнице. Слезно умолял попрощаться с дочерью. Сутки! А если бы она сбежала? Она бы не сбежала. А это не тебе решать. Вы меня крупно разочаровали, Броницкий. А теперь внимание на экран. Дело, которое мы вам поручили, оказалось не таким простым. Не нужно было вам его поручать. Но! Даю последний шанс. Не справишься? Попрощайся с должностью в прокуратуре. Пойдешь, куда там твои однокурсники пошли? В нотариальные конторы справки штамповать? Я не знаю. А ты поинтересуйся. В общем, передать дело в суд нужно как можно быстрее, буквально в ближайшие дни. Почему? Обвинение должно быть по всей строгости закона. Принципиально. От 5 лет. Лишение свободы. Но... Катать нужно по полной. Обвиняемая твоя не просто так девчонку сбила. Не знаю, кто она, это погибшая. Только за горло нас взяли крепко. С самого верха. А ты ее выпускаешь, баран. Артем Владимирович виноват. Что я должен делать? Ничего. Кроме как выполнить свой долг прокурора. Осудить преступление по всей строгости закона. Все хорошо сделаешь. Все хорошо будет. Не справишься, попрощаемся. Тебе сейчас полегче будет. Следователя твоего отстранили. Так что, Броницкий. Вперед выполнять. И не нужно трагедии делать. Всего-то надо поступить по закону.
Шеф, ты СИЗО подкинешь? Пошел ты. Садись, согреем, красавица. Обижайся, дядя, не мой профиль. Я тебя учил так разговаривать. Вали, я говорю. Ты чё? Подожди. Ты. Ты чё, малая? Вы понимаете? Ух, какая. Руки убрал, я сказала. Подожди. Уроды. Ты так слышишь от меня? Вали от неё. Не понял. А ты чё, бессмертный, что ли? Твоя баба, что ли? Так мы договоримся. Ты со мной договориться хочешь? Ну. Давай договоримся. Давай договоримся! Ну что, все? Стоять! Приказываю выпустить Зацепину. Она ни в чем не виновна. Это я! Я был за рулем! Эй, алло! Что тебе надо? Арестуйте меня. А ну стоять! Тебе не к нам, тебе психушку надо. Я требую своего ареста. Я тебя сейчас так арестую, что мало не покажется, понял? Отставить! Я прокурор Броницкий. Я требую своего ареста, понял? Броницкий? Юрка, ты что, меня не узнаешь? Васька. Ну вот, узнал обормут. Давай, пошли. Что ж ты так делал, а, брат? Тихо, 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 тихо. Давай, заходи. На, бейсболь. Так, Броницкий. Я так и не понял, за что я тебя посадить должен? За то, что я дерьмо. Ну, так это и в школе было понятно. Да пошел ты. Я пить не буду, Вася. Ты Зацепину выпусти, я вместо нее сяду. Зацепина это кто? Ничего не помнишь? Новенькая. Люба Зацепина, 9 класс. Вампирша твоя, что ли? Стоп, она что, здесь у меня? Ну, это не смена, это праздник какой-то. Рот закрыл, понял? Руки убрал. Мне в школе, я тебя реально засажу. Так я ж тебе об этом и прошу, Вась. Без дураков. Я накосячил, слышишь? Очень сильно накосячил, она отдувается. На, Юрка, пей. Пей, прокурорская твоя морда.
хватит уже, идем спать. Леша, отдай, ну как ты можешь? Ну ты, ну, в конце концов, уже взрослый мужик. Такого никогда не было, никогда. Привыкай. Черпа. Да с ним ничего не случится. Это она во всем виновата. Где она взялась на нашу голову? Раньше ты так не говорила. А я ее никогда не любила. Наверное, сердцем чуяла. Леш, скажи ему. Что я ему скажу? Брось невесту. Плюнь раза три. Не перекручивай. Но сейчас, когда он добился всего... Ты знаешь, в кого он превратится? В сволочь последнюю. Да я ему сам в морду дам, если он ее бросит. Что? Что? Подожди. Сейчас сердце. Сядь. Ты знаешь? Сейчас, быстро. Там капли на холодильнике. Знаю. Вот. Сейчас, погоди-ка. Ну, возьми. Ну, пей. Заходи. Закрыто, глаза открой. Поговори у меня, свои. Это ты, Васенька, не признала? Так давай, сделай, как всегда. Угу. Бегом, давай. Пошли. Вась, ты это... Так, давай, сейчас отпустим. Пошли. Вот, миленький. Ай, моя ж ты рыба. Как смена? Как всегда, Люсико. Как всегда. И опасно, и трудно. Вася. Ну, давай. Я, наверное, пас. Да ничего ты не соображаешь, ну. Сейчас попустит. А теперь послушай меня, Броницкий. Ты хоть и прокурор, но дурак ты редкий. Юрка, ну ты же нормальный пацан был. Боксер, гордость школы. А она кого из тебя сделала? Кого? Щенка на поводке. Ты не прав, Васька. С обучением с этим. Она же тебе купила. Привязала, как могла. Шаг вправо, шаг лево. Все, расстрел. И, между прочим, сейчас тоже покупает. Со всеми потрохами. Ты не понял. Да все, я понял, брат. Она накосячила. И ты чувствуешь, что за тобой должок. Она же тебя там содержала, тянула. Вся эта бабская муть. Вот ты и решил отставиться, взять вину на себя. Типа, я же мужик, я должен. Я такое вчера говорил? Лу всякую нес. Лапши хотел мне на уши навешать. Мол, не она это, а ты. Да только я во все это дерьмо не верю. Сейчас отставишься, возьмешь на себя вину, жизнь себе сломаешь. А ради чего, Юр? Ты же мужик, а не слабак. Знаешь, сколько у меня в СИЗО вот таких вот баб, которые не за себя, за того парня пошли? Половина. А знаешь почему? Почему? Потому что благодарности пожизненной хотят. Чтобы вернуться и мужика на цепь посадить. Мол, вот я для тебя, а ты для меня что? Вот это вот чувство вины его жрало.
Он должником пожизненным был. Оно тебе надо? Она сама накосячила, пусть сама и разгребает. У каждого свой путь. У тебя свой, у нее свой. А, дошло наконец. Так что не надейся. Не посажу я тебя, гражданин прокурор. И не проси. Знала, я чувствовала. Кто тебя так, а? Леша! Иди сюда! Кто с тобой это сделал? Что? Что, Рука? Нормально все. Что нормально? Ты слышишь, что он сказал? Я спрашиваю, где ты был? Ты что, смерти моей хочешь? Отстань от меня! Подожди, ты как ты с матерью-то разговариваешь? Генерала включили, товарищ майор. Ты сможешь сказать? Посмотри, вот это... Попробуй еще раз! Еще раз попробуй, понял? Хватит мной командовать! Хватит все за меня решать! Достали! Юр! Говори у меня. Вперед. Цепина. Такая что? Опа-па. Боже мой, тушенка. От кого это? Тушенка. Мелкая, ну встань, шухер. Тарелки дай. Тушеночка. Боже. Что это? Это такая вкуснятина, не передать. Угу. Как же конвоир не заметил этого и сам принес. Бабло заплатили, а вот и не заметил. Так, спрячь. И не дай бог, кто увидит. Что же это за крыша у тебя такая, а? Заботливая крыша. Сиди, сиди. Хорош. А я думал, ты себе больничный нафантазировал. Как можно, Артем Владимирович? Что ж ты один-то полез? Девушка-то хоть красивая была? Отблагодарила? Как продвигается?
Уверена? Прекрасно. Работай. Алло. Юрочка. Алло, Юра. Люба? Это она? А... Значит, не зря в драку влез. Юрочка, тебя плохо слышно, алло. Ты где? Мы можем поговорить, все в порядке. Спасибо тебе. Ты даже не представляешь, какое это счастье. Просто взять и поговорить. Я не понял, у тебя откуда телефон? Ты не один? Ты сейчас не можешь говорить? Где ты взяла телефон? Ну как же, разве нет тебя? Нет, конечно. Послушай, ты должна выбросить его немедленно, поняла? Избавься от него прямо сейчас. Почему? Как почему, ты не понимаешь? Алло? Алло? Какого черта ты молчишь? Кричи на меня. А то что, посадишь меня, да? Извини, я забыл, как я тебе должен. Юра, за что ты так со мной? Что случилось? Что ты хочешь от меня? Чтобы я все твои команды выполнял, как щенок паршивый, да? Я ничего не понимаю. Послушай, не надо давить на жалость. Что? Я тебя ни о чем не просил. Я делаю все, что в моих силах. Это понятно. Поэтому не надо на меня давить. Хорошо. Я поняла. Извини. Как папа? Черт. Давай, 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 давай. Звоните, а? Не мне. Чего, я третья? Мой жених, он сказал выбросить. Говорит, это опасно. Ты что, мне отдашь? Понимаешь, это не он мне передал. Да испугался, вот и отморозился. А вдруг тебя вертухай с трубой взяли и заставили позвонить? Сечешь? А за такие передачки знаешь, что может быть? Точно не он. А кто тогда? Если б я знала. Мам.
Прости меня, пожалуйста. Не звони ему больше. Юрочка, это ты? Не звони. За свои поступки нужно отвечать. Следователь нас покинул. Прокурор тоже на нашей стороне. Теперь нужно подписать признание и на суде держать эту линию. Все полностью признаю, раскаиваюсь, готова искупить. Хорошо? Любовь Николаевна, вы согласны? Полное и безоговорочное сотрудничество, и вы расположите к себе судью. Сколько мне дадут? При смягчающих обстоятельствах, сложные погодные условия, опасная дорожная ситуация, непредумышленная... Сколько? При самом оптимальном исходе от года до трех. Плюс мы в любом случае подаем апелляцию, и при хорошем поведении можно рассчитывать на досрочное... Тишину с Лавельем. Руки за спину, глаза в пол. Давай. Кто заложил, сволочи? Если найдут старшие, карцер загремит на 15 суток. Вартанян, я тебе предупреждала, что у всей хаты проблемы будут. Чей? Мой. И об этом никто не знал. Твой? Мой. Только вы мне не тыкайте, пожалуйста. В карцер. Ну, есть надо. А ты, Господи. О, наконец-то. Совесть проснулась. Совсем забыли человека. То ходили, кому не лень, а то никого нет. Он и есть перестал. Дядь Коль, встречай. Лежи, ты лежи. Я, представляешь, только сейчас узнал. Мимо пекарни твоей проезжал. Слушай, ты не балуйся, Коля. Ты это дело брось. Что ты есть хочешь? Совсем отощал. Давай помогу, а? Может, тебе из ресторана что-нибудь принести? Вот упрямый.
И дочка вся в тебя. Здрасте, губы накрасьте. Что значит помоги? А ты сам? Вот поднимешься. Вместе разберемся. Да? Хорошо, Коль. Конечно. Если что, ты же знаешь. Люба ведь... Моя вторая тайная любовь после Лиды. Ну что сделать, если одна твоя дочь, а вторая была твоей женой? Они выбрали тебя. Удачливый ты, ёшкин. Заключенных в камере. Сколько заключенных в камере? Я одна. Совершенно одна. Руки за голову, лицом к стене. Жалобы есть? Книгу. Любую, самую маленькую. Не положено. Карандаш. Из бумаги. Не положено. Мам, пап, я пошел. Покажись. Только не волнуйся. Все, мам, хватит. Все, все, да. Ни пуха. К черту. Заходи. Thank you.
Вы как? Осталось недолго. Прекратите. Господин прокурор, зачитайте обвинение. Следствием установлено, что вечером 13 июня 23.15 подсудимая Зацепина Любовь Николаевна на своем автомобиле совершила наезд на беременную Белову Дарью Владимировну, которая скончалась от полученных травм в больнице. Учитывая отягчающие обстоятельства, а именно побег обвиняемой с места ДТП, неоказание помощи пострадавшей и сопротивление при задержании, обвинение предлагает Зацепину Любовь Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Шурикова! Значит так, здесь вам не курорт. Традиция нашего исправительного учреждения – железная дисциплина. Советую запомнить. А теперь вперед! Чего? Чефиру завари. Чего орешь, дура? Васька! Васька, воплотилась! Вот. Ну какая же это Васька? Я подумала, Ваську вернули. Вернули, ага. С небесного этапа. Сказали, сходи к Люське, шуани ее. Полегчало? Ну, хорошо. Че разлеглась? Представься коллективу. Не трожь. Чего? Чё ж, пора? Рамсы попутала. Назарить не долучили. Давай.
Убей меня. Ты же больная? Нет. Я мертвая. Сейчас мы посмотрим, какая ты мертвая. Давай. Не надо, пожалуйста. Ну, пошла. Кинь нож. Я сказала. Ну? Крыса подставная, что ли? Нет. Статья. 286-я, часть 2. Зацепина, Любовь Николаевна. Любовь Николаевна? А я Екатерина Андреевна. Что же ты Викторию Трофимовну до белого коленя довела? Нехорошо-с. Прошу прощения. Устала с дороги. Не мудрено. Отдыхай. Ну что встали? Смерть за усы щекочешь. Жить надоело. А если так? А ты особо не старайся, она сама придет. Только побеги, и прилетит. А других не подставляй, нехорошо. Все, сделано. Что ж, он столько в морге провалялся. Бомж или так? Да нет. Так. Да, вот так. Живешь, а потом последний путь проводить некому. А все почему? Людьми надо быть. Тогда будет кому провожать. Я извиняюсь, ты ему кто? Никто. Хороший ты парень. Пошли. Еще копать не перекопать. Знаешь что? На. Оставь ему что-нибудь за упокой. Мертвым им тоже уважение хочется. Заходи, заходи. Над чем работаешь? Садись. Сосед избил соседку. Зачем тебе такая пурга? Я не сам выбираю. Виктору передай. У меня для тебя другое дело есть. Здесь человек оступился. Хороший человек. Он по пьяни с кем не бывает. Нужно помочь. Артем Владимирович. Да ты посмотри, изучи.
сам все поймешь. Ну и в бухгалтерию зайди. Я на тебя приказ подписал. Премию получишь. Молодец. Есть у меня нюх на спецов. Ну, иди. Ты чё, дружище? Отдай. Вова! Ну, глянь. Твою дивизию. Опять 25. Я не хотела. А мне западло за нее вкалывать. Я сейчас стукану горгоне, что ты эту криворукую покрываешь. Не дури, не твоя забота. Сколько сама перегадила, забыла? Чтобы я тебя больше здесь не видела, усекла? Работаем. Семье прокурора в белоснежной отраде жила дочка-красотка с белокурой косой. Люська, кончай дурить. И, как отец горделивый и красиво собою, с голубыми глазами и открытой душой. Любка, там к тебе на свиданку. Ой. Любовь Николаевна, как вы себя чувствуете? Вам правда интересно? Ну что вы, я все это время душой был с вами. Жаль, что только душой. Что вы говорите? Говорю, вы бы имели здесь огромный успех. А у меня для вас хорошие новости. Мы будем подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Подавайте. У нас высокие шансы. Я хотел бы, чтобы вы ознакомились с текстом. Не буду, что-то еще? Больше ничего. Я рад, что вы в добром здравии. И позвольте мне выразить соболезнования в связи со смертью отца. И... Что? Что ты сказал? Я не знал, что вы... Я... Ты что сказал? Отойди от стекла! Стой! Да стой, дурак, ты куда? Пора, брат. Да куда тебе пора? А девчонки как? Что с ними двумя делать будут? Все справишься, я в тебя верю. Слышишь, ты ботан хренов. Я тебя тоже люблю. Кайфоломщик. Такси! Смотрю, жизнь-то удалась, да? Ожог на запоте.
На вот, закуси. На, угощайся. Одни полудурки. Смеешься надо мной? Любуюсь. Ты даже не представляешь себе, какой ты красивый папа. Конечно. А чем ты думаешь, я твою маму взял? Я уже начинаю забывать ее лицо. А ты? Ну как же я забуду? Когда ты, это она. Рядом. Смеешься, как она. Улыбаешься, как она. Смотришь, как она. Нет, голубушка? Я ее никогда не забуду. Юрочкина мама хочет тебя с кем-то познакомить. Бедный Юрик. Просто она... волнуется за тебя так же, как и я. Ну, а разве я не живу? Вот моя работа. А вот моя любовь. Твоя мама была особенная. Одна на всю жизнь. Разве так бывает? Разве можно любить человека, которого уже нет? Почему? Про такое не говорят вслух. Это тайная предупреждение у меня одно. Первое и последнее. Я сказала, встать! Зачем самой-то напрягаться? Поручила бы кому, а ты опять спину надорвешь. Тебя забыла спросить. Тоже хочешь? Слушай, Горгона, я ведь припадочная. Договоришься, Волна. Вставай. Зачем? Назло. Не могу назло. Тогда и подыхай. Мне жалко.